історія там склалась. Геннадій Вікторович, як вам історія з фракцією «Голос»? Майже лібертаріанці, такі ринковики, ліберали. Ви говорите, во-первых, у них вообще никаких ідеологій нету. Это партии приспособленцы, это люди, которых взяли, отфинансировали. На имени Вакарчука они пришли в парламент. Я вот правильно сказал, это тушки. Это типичные тушки, только европейского формата. Они хотят служить государству за государственные деньги. Это вот те самые государственники, которые хотят всю жизнь защищать государство, патриотично ему служить, получать с государства деньги, пенсии, все с государства. Поэтому относитесь к ним как к приспособленцам. Идейные партии еще придут. У нас сейчас какой период? У нас сейчас уходят ретрограды, там Тимошенки, Порошенки, и вот эти тоже уйдут, потому что за ними уши Пинчука торчат. И придут другие люди. Сейчас нигилисты, Зеленский с молодежью, выметает их всех. А должны прийти конструктивисты. Но когда появятся конструктивисты, это уже идеологи. Это люди, которые будут проталкивать идеи. В том числе мою либертарианскую. Мы проталкиваем систему 5-10, финансовый рай. Вот они улыбаются, да, у них вообще идей никаких нету. Потому что они ретрограды. Потому что они разоряли эту страну все время. Потому что они в это государство пользовали вместе с Порошенко. Поэтому вы служили Порошенко. Це до мене? А это достаточно. Я служив народу України. На якому народу? Я служив народу себе. України. Шановні, я так, добре, офіцер. Пане Ані, ви завершили? І попрошу за своїми словами слідкувати. Ростат,